Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня утром ко мне на грецкий орех прилетел дятел. Я была очень удивлена. Ну, я понимаю, конец декабря, зима, но все-таки увидеть дятла у себя в саду мне еще не приходилось. Вот, это представитель пестрых дятлов, один из самых крупных пестрых дятлов, дятел белоспинный. Его иногда называют королем пестрых дятлов за его большие размеры. Вот посмотрите, как на спинке у него много белых пятен. Намного больше, чем у других представителей пестрого дятла. Это, я уже сказала, самый крупный пестрый дятел, который обитает в Европе. Удивительно, но в Беларуси живут все 10 видов дятлов, которые обитают в Европе. Значит, им нравится у нас в Беларуси, что, конечно, радует. Вот, этот дятел прилетал ко мне сегодня раза 4. Начал он со ствола, ну а потом вот перебрался в крону. Там у меня орех растет, и по ореху виноград вьется. Среди веток винограда спилить сухие ветки ореха, ну, просто невозможно. И вот он где-то среди сухих веточек там что-то и находит себе, какую-то пищу. Вот такая птичка. Этот дятел белоспинный занесен в Красную книгу Беларуси. Но я прочитала, что на Полесье, где вот я живу, Гомельская область, это Полесье, на Полесье он встречается довольно часто. Вот такая птичка. Дятел пестрый, белоспинный.